В зале присутствовали заместители, министры, руководители профильных ведомств. На связи главы всех городов и районов региона. В этом году совместными усилиями всех служб в крае удалось стабилизировать ситуацию и не допустить роста задолженности по зарплате. Но цифры практически не снизились, подчеркнул глава региона. Такая ситуация недопустима. Люди должны получить то, что заработали. И их не должно интересовать, кто виноват и почему денег нет, отметил губернатор. Людям нужна просто зарплата. И все. И в их понимании это просто зарплата. И это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это неинтересно. И они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу и ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. Это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать нас с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие или оно не идет. Губернатор дал месяц, чтобы совместно с муниципалитетами разработать механизмы, как решить этот вопрос и погасить задолженность по зарплате на местах.